Муфтий Республики Татарстан Камиль Сабигулин продолжает цикл лекций в КФУ, проводя встречи с представителями Института международных отношений, истории востоковедения Казанского федерального университета. Муфтий Республики предложил присутствующим обсудить, что представляет ислам сегодня. Ну, что бы мы ни говорили, мы должны донести красоту ислама, показать его незыблемые принципы, что ислам происходит от слова «салям», несет с собой мир, что Расулуллах, саллаллаху алейхи саллям, запрещал пить животное в лицо. Он говорил о зимми, о гражданах государства, которые не являются мусульманами. Если ты обидишь его, то не почувствуешь даже запаха рая. Однако, несмотря на все вышесказанное, для многих людей ислам по-прежнему ассоциируется с пугающими образами. Попробуем разобраться, почему. Порой бывает непонимание религии. Ну, например, человек одел белый халат, только из-за этого мы не назовем его доктором. Доктор, можем ошибиться, обмануться, он поставит диагноз, и это привлечет нас, привлечет какое-то еще развитие болезни, какую-то трудность. И вот люди, когда говорят от имени религии, не имея образования, не имея понимания, даже простого понимания религии, могут уничтожить вечную жизнь. Если ошибается врач, он может навредить нашей бренной жизни. Но если ошибается богослов, он может разрушить много жизней и уничтожить вечность этого человека. Лекции будут проходить в течение года. При изложении тем лектории особое внимание будет уделено вкладу татарских ученых в богословскую мысль ислама. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюз.